Путин ведь с Нетаньяху о чем-то договорился. Если бы я был великаном, да, как Ефремов в своей первой главной роли в жизни, да, если бы я стал великаном, я бы взял за одного ногу Нетаньяху, а за другой Путина, а за третью ногу взял бы Трампа, а за четвертую ногу взял бы всех этих остальных мудаков. Вот развел бы так вот руки широко-широко, как родина-мать, да, потом так хуенько их вместе, башками, чтобы вот просто вдрызг, что как вишня, понимаете же, вот такое вот кровища. И вот эти тряпки потом с собакам скормить. Как они заебли, как мне их морды вообще противны, как я смотрю на этого Нетаньяху, да, и думаю, блядь, ну за что ж ты мне такая блевотина здесь, а? И вот он стоит такой пышный, все у него удалось, все состоялось. Да закопаю ты тебя, сука! Закопаю! Хоть ты, блядь, надувайся, не надувайся. Ты можешь, блядь, из себя кого угодно выгонять, нахуй. Тебя закопают, блядь, Нетаньяху, нахуй. Я счастлив, блядь, что тебя закопают. Я счастлив. Только это поддерживает во мне силы, что Нетаньяху когда-нибудь закопают, блядь, лопатами. Я не знаю, как еще можно ненавидеть уже вот этих всех ублюдков, блядь, которые залезли по говну туда наверх и оттуда пальцем показывают нам, что нам делать. Да идите в жопу себе засунь этот палец, Нетаньяху, блядь, Трамп, блядь. Клоун, блядь, чё красный нос не приклеил еще? Парик уже есть, рыжий, блядь. И наш петушком подпрыгивает. Я тоже, блядь, я вот чё, я тоже. Я Шуйдин, блядь. Они, конечно, не Кулины, но я Шуйдин. Я тут тоже что-то, блядь, смешу, нахуй. Ну смеши, блядь. Куски говна. Главное, чтобы вас закопали, блядь. Вот в этом великое счастье, дарованное нам природой, Богом, кем угодно. Смерти, блядь. В том числе смерти для негодяя. Хуй с ней в старости. Хуй с ней, блядь, что он, блядь, там в неге и в тепле и не наказан был. Главное, сдохнет, понимаете? Сдохнет, сука. И весь его пафос сдохнет вместе с ним, с этой мразью галимой. Потому что ни одного там нет приличного человека. Ни одного. И если вы меня попытаетесь переубедить, то вы просто конформист, блядь. Потому что их видно. Они все негодяи. Все до одного. В 10 поколениях все дети их негодяи. Внуки их негодяи. И правнуки их тоже будут негодяями. Вот вам фенотип влияет на генотип. Они будут негодяями всегда, блядь. Великую негодяйскую революцию надо, блядь, устроить. Купить побольше этих самых, вот этих, блядь, мотык, нахуй. И вот там, как полпот, блядь, да, пройтись, блядь, по этим холеным, блядь, мразям, сука, блядь. Стоит он, ты чё, в галстуке, блядь. Я тоже могу галстук одеть, блядь, но я пальцем не тыкаю, как ты, говно. И говоришь, иди бомби живых людей, сволота. Вот у нас, как бы, вот мы еще по древним канонам живем, да, не убей, не укради и все дела. Надо вперед идти. Это для кого они придуманы? Да для долбоебов, которые только что с ветки слезли. Они вот прыгают, и говорят, не убей, не укради, а то сейчас палкой получше по башке. И вот еще как-то их загнали. Ну, сейчас-то надо учить другому. Сейчас они, блядь, все хитрожопые эти обезьяны. Они, а я не убивал, вот ручки-то. Вот они, блядь, даже полони в руки не брал, нихуя. Я не убивал. Не прикажи убить, блядь. Не говори убей, блядь. Вот эту надо туда заповедь написать. И тогда вот этих мразей мы можем сразу, блядь, куда угодно. В подвал, нахуй. Хоть вместо обезьяны в цирк, блядь. Вот здесь бегает этот... Да хуй с ними. Все они бегают, блядь. В обнимку. Твари, блядь. Может, какой-нибудь супергерой объявит, что свяжет их в одну плетенку, приволочит на Красную площадь, вывалит и скажет, вот все ваши негодяи. Все, блядь. Что хотите с ним, то и делайте. Вот вам тухлые яйца, вот вам дробилки, молотилки.
Город злой Эдик. А по сути разбомбленных в Сирии детей Путин принес жертву русскому народу ради власти. Получается, народ не лучше злых языческих богов, требующих крови младенцев. Народ, народ, народ. Кто такой народ? Опять нам все. Народ, народ. Это не народ. Нет никакого народа. Это симулякр. Каждого возьми, вроде не народ. Вроде я как бы не это. А вот он где-то там всегда, понимаете? Он не рядом. Вы вроде тоже, каждый из себя вроде, ну я тоже вроде как из народа, но и из народа, да? И вроде как, черт его знает. А когда кто-то говорит, там, себя в грудь бьет, кричит, я народ, ну, я кричу так. Ну, понятно, что это метафора, да? Всерьез никто не верит, что он народ. Он народ там где-то живет, он в прошлом живет, он же героический, он победил каких-то там супостатов массу, да, он горел в танках, он там много чего делал. И вот он такой красивый весь, из фильмов вышел, народ. Я как к нему, к этому народу вообще никак не подхожу. Я не горел с ними в танках, я не супостатов, я там от ига не освобождался, да. И что мне с этим делать? А мне берут эти все одежки и говорят, вот, видишь, отцовская Шанель-то, давай вот одевай, сынок, и давай ружье в руки бери, и давай идем опять воевать. Опять неспокойно, как там, мальчишки-бальчиш. Отцы ушли, и братья ушли, давай теперь ты, мальчиш. Хули, не нашим же молодцам, сынкам, чайкам, Игорям воевать. Они же толстые слишком, жирноваты будут для окопов. Не помещается, не влазит он, сука, в окоп, блядь. Поэтому ты иди воюй, и дети твои пусть воюют, блядь. Паяльник и утюг, спасибо за подсказку. И паяльник, и утюг, вот все им надо, кроме мотыги, естественно. И паяльник, и утюг, блядь, и мотыгой по башке, блядь. Я не знаю, как. Я не знаю, как извести, если придумать такое лекарство, чтобы всех вот этих так называемых политических лидеров, так, да вообще любую альфу, гниду извести. Я понимаю, что она природе нужна, но насколько же скотскими люди-то становятся? А дети их насколько скотами становятся, а? Вот вообще просто, если ты хочешь быть президентом, сразу яйца отрывай, нахуй, блядь, отрывай, мы иди в президенты. Были дети, убить, блядь, а что делать? А что делать? Нельзя вам наследство оставлять. Вы же пидорасы всю страну им оставите в наследство. Вы же гондоны, блядь, все для них разворуете. Для сыночка своего жирненького, блядь, вы все нахуй отдадите. Мост крымский, да сам Крым, да похуям, да, блядь, разбомбим Украину. Почему? Потому что наследство есть. Пошел в президенты, нахуй всех расстреляли, все. Когда говорят, и бизнес он-то оставил, и сплясал-то он оставил. Кому, блядь, он оставил? Жене, блядь, бизнес. Чего вы гоните? Так вот, я хочу либо лекарство, либо что-то такое. Понимаете, если у вас, блядь, бабушка или дедушка был каким-нибудь, блядь, большевиком, блядь, этим заслуженным, сразу нахуй вас, блядь, кастрировать, блядь, чтобы у вас не появлялось этих ублюдков, детей, блядь, которые свою собственность воспринимают как, блядь, как чужую собственность воспринимают как свою, блядь. Потому что пидорасы малолетние, блядь, и отцов пидорасами называют своих. Правильно называете отцов пидорасами своих. Потому что вы пидорасы, и отцы у вас пидорасы, блядь. Вот так-то. Вот так-то, блядь. Кастратов, да, в президенты, потому что не будет наследства. А то все уже, блядь, ревкоины все поделили, блядь, на наследников. Охуеть не встать, блядь. Все, блядь, вот все, чего не коснуться, суки, блядь, и все ихнее. Нахуя мне это надо? Да иди ты в пизду, нахуя ты мне сам нужен, блядь. Госпожа Шульман говорит, что люди, вошедшие во власть, у меня сегодня точно, блядь, не будет, наверное, никакой монетизации. Обычно, когда я скажу слово матом, они это... Монетизацию отключает. Евгений Иванов. Госпожа Шульман говорит, что люди, вошедшие во власть, меняются кардинально. Я не знаю, меняются они, не меняются. Нам что, доказывать это надо? Не надо доказывать. Надо сразу говорить, во власть пошел. Яйца на стол.
яйца на стол. И сберкнижку тоже на стол. Все, ты уже во власти, тебе деньги не нужны. Иди, ты на гособеспечение. А я потом, когда уйду, заберу свои деньги. Хуй. Хуй, молодой человек. Вы же во власть пошли. Вы же за народ теперь. Зачем же вам деньги? Вы же ради народа, блядь, все сделаете нахуй. Вы же, блядь, всем пожертвуете, сука. Ради народа, блядь. Ради людей нет, ради народа да. Вот. Ну и идите вот туда, командуйте, все. Денег у вас нет, яиц у вас нет. Ну как в монахи, да? Вот все по-честному, да? Бороду можете оставить. Все, иди. Вперед. Властвуй, блядь. Да, только не забудь, что ты не командуешь. Ты не можешь сказать, идите убивайте других. Ты должен объяснить, почему люди должны пойти убивать других. Если ты не убедил, не объяснил, то никакая команда не играет роли. Наоборот, тебе еще третье яйцо отрезают за это, если ты не убедил. Вот я считаю так. И, в принципе, не знаю, как это должно реализовываться, но посредством блокчейна это точно.